Итак, посмотрите вот на эту троицу: андаре, шельере и скомпарире. Глагол «андаре» сначала первая колонка. Итак, первое лицо вадо. Зная, что окончание типичное окончание э, глаголов в первой группе о, и, а, то какие формы мы можем указать? Ольга, грации, Лидия, Дмитрий, грации, Мария, Мария, прави, Анита, Окей, джусто. Пой, вадо, вай, ва, андиамо и вой. Второе лицо множественного числа, вы. Quale forma noi dati? Andiamo. Brava Olga. Maria, Anita giusto. Maria, ala. Aha. Grazie. Grazie. Aha. Giusto. Bene, vediamo. Davanti passiamo. Allora, vado, vai, va, andiamo, andate. «Ванно» – третье лицо множественного числа. Теперь глагол «шельер». «Андары» мы помним – это глагол «идти». Давайте посмотрим глагол «шельеры» – «выбирать». У нас э, это глагол второй группы. Э, у нас есть первое и второе лицо. «Шельгу» шельи. «шельги». «Шельгу» шельи. «шельги». «Чувство лидия». Olga, giusto, Maria, bene, Anita, grazie, Maria, grazie. Oh, ok, giusto, ha dato le due forme, allora, strada le due forme, allora. Ok, allora, scelgo, scelgo e c'è ancora la terza persona di plurale, esiste ancora il terzo liccio no molestino di Scegliete... Scegliamo, giusto, e l'ultima forma, l'ultima il mio formico. Agnibirai, kak... bravi, sì, ok, benissimo, benissimo, giusto. Ok, vediamo, scelgo, scegli, sceglie, scegliamo, scegliete, scelgono. Эль verbo scomparire. Scomparire, глагол у нас не встречался, исчезать. Scomparire, исчезать. Abbiamo la prima persona. У нас есть первое лицо. Scompaio. Чтобы написать второе, давайте подумаем. Посмотрите на третье лицо. Скомпари. Мы с вами встречались со многими глаголами уже сегодня, которые меняют только первое лицо. А дальше формы более или менее приближаются к правильным. Тогда какую бы форму мы выбрали? Скомпайо. Если скомпаре, он исчезает, третье лицо на ре. Джусто Дмитрий, Ольга. Джусто. Эпой. Нанита, Даниссимо. Ной, Скомпариамо, вой вой джусто браво ольга ага дакордо ли альтри остальные как думаете Раника, алла браво угу. Allora, vediamo, scompaio, scompari, scompare, scompariamo, scomparite, scompaiono. Вот такие forme у этого глагола.